В ходе визита в Нарьян-Мар Владимир Булавин уже посетил строящийся в городе жилой квартал на улице Авиаторов. При осмотре микрорайона полпред президента обсудил с Игорем Кошиным вопросы по обеспечению населения комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Новый жилой микрорайон по улице Авиаторов расположен на участке в 15 гектар. Это первая комплексная застройка в Нарьян-Маре. В жилом квартале будет построено порядка 60 тысяч квадратных метров. Это примерно 1000 квартир. Из них в половину планируется переселить жильцов из ветхих и аварийных домов. Остальные квартиры будут распределены между очередниками и новыми специалистами в сфере здравоохранения. Микрорайон будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Строители возведут школу на 700 мест, детский сад на 220 мест, торговый центр и комплекс бытовых услуг. Как ни странно, значит, объект был начат, квартал был начат в 2011 году. Потеряли практически год. У нас заказчик город, подрядчик, ну, соответственно, строитель ВСМ, а готовят всю инфраструктуру инженерную, значит, структура «Укргаз». Слегка подзатянули. В этом году весной мы, благодаря, значит, работе города, благодаря работе подрядчика, город дал тепло, подрядчик зашел внутрь, сумели активизировать. В июне собрались с депутатами, перераспределили финансовый ресурс, увеличили финансирование сюда порядка 315 миллионов. В сентябре планируем добавить еще 200, с тем, чтобы нам по итогам года сдать под 500 квартир, то есть, соответственно, половину квартала.